Добренько. Всем добренько. Привет, Дмитрий Межанов. Привет, рад тебя видеть, братан. Козел сраный. Извините. Олег, ты лучше на улицу не ходи, опасно там. Так вот я и побаиваюсь ходить туда на улицу, ну его нафиг. Потому что там отпиздят еще меня, блин. В течение следующего месяца поиграю. Спасибо за донатик. Там два раза про Верик спрашивали. Про кого спрашивали? Девка. Вчера катался, блин, на набережной. Я чего там? Ты сажали там, ну, пацанов и бабу. Кого сажали? Двух мужиков там, блядь, машину записывали и бабу. А зачем? А я там, типа, подрались с патрулем. С патрулем подрались? Да. Ну что, сумасшедшие, что ли? Мужики, наверное, блин. И баба дралась? Угу. Мужики нормально сели, а баба, блядь, ни в какую ее, блядь, пихает, она не лезет. Да. Плюется, кусается. Она молодая была? Ну. Худая? Ну такая нормальная. Ну жирная такая типа. Она не жирная, нормальная такая баба. Девка. Плюется, матерится. Не забить это, она не лезет. Ёлки-поталки, вот это да, вот это Нижний Тагил. Мужики спокойно сели, блядь, сзади сидят. А что, совсем сумасшедший? Хуй. А что сейчас будет, блядь, в тюрьму посадят? Ну, он, во-первых, сильно яркий. Он ярче, чем Sony. Ну, типа, он яркий. Тусклее или плазм, но он поярче, естественно, плазм. Странно, как у LED CX может быть ярче. Ну, может, не ярче, если я в лоб бы их поставил, скорее всего, был бы тусклее. Но в целом он выглядел довольно ярким, когда его... Через 4 минуты телевизор включится. Мясо мы его сделаем. Нихуя себе, блядь. Санёк, скажи свою коронную фразу. Пьём. Не ори. Ну ты же любишь эти слова. Кто пиво пьёт? Это же конденсаторный, его вообще ронять нельзя. Он уже раза три падал. Он только за сегодня, блядь, два раза падал. Ну да, он только за сегодня два раза. А сколько раз он тогда падал? Мне конденсаторные микрофоны противопоказаны. Надо купить этот, блин, HyperX микрофон. Или как он там называется? Свете. Сука. А плохо, однако. Видно, там какое-то ограниченное число жизней, то есть... Ну, потом еще континиум будет, там тоже будет дохренища жизни. Ну, так-то да, потом континиум будет. Тому, блин, где там вдоль завода. Вот, посмотрите, какой Тагил. Тут одни заборы. Ага, вы так-то, блядь, едете между районов, если что. Нашли, блядь, что показать. Ты великий. Да, да ёбанка, блядь, ехали, купили мой GT. Ну, да. Хотя мы вроде откладывали или что его? Да я хрен его знаю, я уж не помню. Мы приехали, блядь, его уже нету. Да. О, донать, спасибо. Олег. Это твоя бабушка, я меня трахать хочу иногда. Помоги, Олег. Приедь на своем некролексусе со своим дружком. Уже сосали песосы друг у друга. Олег, выражай вкусный. Гейские донатики пошли, я смотрю. Слушай, зачем они шлют эти донаты, ты не знаешь? Это смешно, по-твоему? Мне кажется, это не смешно. Они говорят, что у меня некролексус, а он у меня охуенный. Олежа, пожалуйста, передай привет Сане, скажи, что я тоже играю в Айон. 103 СРТ передает тебе привет, Саня. 103 СРТ. Ну, это старый зритель канала, давний подписчик мой.